Что ж, мы в Талдыкургане. Начинаем свой путь на Бурхан-Булак. Сейчас готовят машину. Сейчас пересядем на нее и двинемся дальше. Что я могу сказать? Это наикрасивейшие виды. По-моему, это топ-1 то, что я видел в жизни из красоты природы. Это нечто. На водопад, жемчужину этого места. Покажу, полетаю там, поснимаю. Должно быть красиво. Смотрим. Вы слышите этот звук? Вы слышите его? Он здесь, рядом. Сейчас мы его посмотрим. Мы пришли к этой красоте. Блин. Я не знаю, как это можно будет описать. Наверное, лучше вы сами посмотрите. Это очень, очень красиво.
закончился наш день на этом прекрасном месте. Спускаемся вниз с Бурхан-Булака, с Олегом. Да, даже, честно скажу, блин, даже не хочется отсюда уезжать. Но настолько здесь красиво. А эта красота вдохновляет на подвиги. Олежка сегодня немножко разбил свой дрон. Но кадры того стоили. В общем, так. Сейчас идем. Будем обедать. Потом отдыхать и собираться в дорогу домой. Вот так вот. Смотрите дальше. Ну. Я упал из-за того, что у меня пропасть в теле. То есть я чем-то спал. Пойдем. Я чем-то цепанул его, я чем-то. Ну что ж ты, бывает? Бывает. Ну. Да. Красиво здесь, неописуемо красиво. А мы все идем обедать на базу. Какая красота невыносимая, как правильно сказать. Неописуемая красота, а мы ради еды все это бросаем. О, мотоциклисты. Вот они, ценности. Да, ценности жизни.